Друзья, всем привет и добро пожаловать. Мы едем на рыбалку. Уже во второй раз, точнее даже в третий, второй раз с Совкой. Едем на морскую рыбалку. Сейчас идет ставрида. Попробовали уже, пожарили, вкусно очень, нам понравилось, поэтому решили еще раз съездить. Так что берем вас с собой, покажем вам немножечко интересных кадров с рыбалки и, в принципе, с моря. И даже, наверное, пару кадров с дельфинчиками. Так что желаю приятного просмотра. А вот так выглядит парковка возле моря. Это Утриш, где дельфинарий, кто был, тот знает, о чем речь идет. В общем-то, проблематично достаточно пробраться, проблематично разъехаться. Ну, все как всегда, ничего толком не организовано. Достаточно много рыбаков сейчас. Многие со спиннингом, многие с удочками, ну кто как, в общем. Так что интересно. Мы заезжаем поближе, здесь проезд платный по железному мосту, и рыбачить мы будем вот в этом небольшом таком проливчике. Так, в общем, мы прибыли на место. Ловить будем с вот этой, не знаю, что это, баржа или что это, вот такое судно какое-то. Так что расположимся здесь. Кто-то поймался. О, какой красивый хищник. Софа, как рыбалка? В общем-то, сегодня не особо рыбалка, честно говоря. Рыбка плавает много, но что-то особо не ловится. И креветку ей предложили, и рыбку, но как-то не очень сегодня. Проглотил глубоко, да? А там, напротив нас, кстати, дельфины и морские котики. То есть там дельфинарий. Там показывают шоу. Совка на кого-то охотится. Ловиться рыбкой сегодня не хочет. Все, мы свернули удочки. А как-то рыбалка сегодня совсем не задалась. Вообще, рыбка не хочет ловиться сегодня. Поэтому все. Обратный путь. Так, девчонки, смотрите, сегодня у нас рыбалка не очень задалась. Я покажу вам, какой у нас был улов за предыдущие пару раз посещения моря и ловли рыбки, которая ставрида. Ну, сегодня дело не пошло, поэтому купили просто дораду замороженную рыбку и хотим приготовить ее на гриле. Вот такой гриль у нас. Стали практиковать. Вы знаете, мне понравилось. Довольно-таки вкусно получается на гриле различная еда. Как овощи, так и мясо. Ну, в принципе, здорово. Мне нравится. Значит, что по рыбке, по маринаду. Здесь у нас сок лайма, соль, лимонный перец и приправа для шашлыка. Ну, там набор небольшой специй. В общем-то, и все. Обрезали плавнички все, чтобы они не горели на гриле. И отправим сейчас ее жариться на определенную температуру, на рыбку. Здесь установлен сейчас такой режим. В общем, я не пробовала таким образом. Говорят, что вкусно. Так что попробую, покажу результаты, скажу, понравилось мне или нет.
Ну что, гриль нам просигнализировал о том, что время вышло и все готово. Рыбка выглядит вот так. Пахнет очень-очень вкусно. Так что, девочки, напишите мне свой любимый рецепт дорадо, если он такой есть у вас. Поделитесь. Я тоже попробую. Но думаю, что это будет вкусно. Попробуем, и я скажу вам свое мнение. Но выглядит безумно аппетитно.